19 октября. Сегодня вроде потеплее, но туман, видите, на заливе уже лед образуется. Ну что, друзья, сегодня 19 октября. Продолжаем наши работы. Сегодня Умка не приходил, вчера был, вот, поэтому спокойная обстановка, делаем ограждение, наводим порядок, вот, в ближайшее время будем, скорее всего, завершать работы в этом сезоне строительном на Диксоне и будем перемещаться на другую площадку. Вот. Слава Богу, везде строители нужны. Вот, нужны трудовые успехи, ну, а нам возможность заработать. Вот. Этот год был достаточно, с одной стороны, сложным, а с другой стороны, появились новые люди, знакомства, общение, успехов.